want to ask a question? Who has question? She has some abuse with parents, and she asking how to drop it. Только вот отбросить обиды там с родителями или с кем-то еще. Не только с родителями. И иногда и вот с другими. И с другими людьми иногда это происходит. И с родственниками, и с братьями. Как вычистить это? Единственный способ – это наблюдать это, медитировать. Когда вы идете в медитацию и наблюдаете свое неосознанное, вот большинство негативных вещей в вашей жизни, они все там. Негативные вещи. You do with anybody? Это вы делали с кем-то? Или кто-то делал с вами? Вот негативные вещи. Then this going in you, like a darkness. И тогда это остается в вас, как темнота, как неосознаваемое. И как вычистить неосознаваемое? You have to look inside. Необходимо when смотреть you внутрь. Going, looking, start the darkness. И вот когда ваша энергия идет внутрь, в темноту, then в неосознаваемое, тогда из неосознаваемого все вот эти вещи поднимаются. Обиды, боль. Кому-то вы сделали это, кто-то вам сделал. И все это выходит. Вы это наблюдаете, видите, вспоминаете. И энергия возвращается к вам. И когда вы наблюдаете это уходит. И наблюдение это означает, когда любые воспоминания приходят, вот внезапно вы вспомнили, мой отец дал, ну, обидел меня много лет назад. И вот вдруг эти воспоминания приходят. Не отказывайтесь это увидеть. Все, что приходит, не говорите, я не хочу это видеть. Наблюдайте, смотрите. Много раз было так, что вот негативные вещи приходят. И вот, например, обида с отцом. Или когда вы кого-то обидели. Это тоже воспоминание. Вот любые негативные вещи, которые вы делаете, они остаются вашим неосознаваемым в темноте. Когда вы с любовью что-то делаете, and this going become like a light. Это становится как бы светом. Light with consciousness. Это осознанность. Энергия осознанности. So then you, when you watching, and this memory. И когда вы наблюдаете это, воспоминания приходят. Не отказывайтесь. Don't want to run away. Не сбегайте от этого. Don't say, I don't want to see. Не говорите, я не хочу это видеть. Sure. Точно. When you watching, когда вы наблюдаете это, вся ваша темнота, весь мусор, все негативные моменты вашей жизни, они все перед вами. И вот когда они приходят, потому что вот вы их уже получили, и в темную историю они у вас попали. Вот они у всех есть, эти темные истории, темнота. Когда что-либо негативное происходит, вот энергия идет в эту темноту.
в это хранилище под названием «Неосознаваемое». И когда вы не смотрите внаружи, просто медитируете, и энергия идет в то, чтобы смотреть эти истории, они начинают подниматься, они выходят. Это ваше творение, это вы сделали своими руками, вы это сделали. И теперь вам же нужно это вычистить. И вычищается это тогда, когда эти вещи выходят. Просто смотрите, не отказывайтесь это видеть. Я не хочу это вспоминать. Вот, большинство не хочет вспоминать негативные моменты, никто их не хочет наблюдать. Все хотят только видеть хорошие моменты, прекрасные моменты, моменты радости. Но у вас это есть, и оно выйдет. И просто наблюдайте. Не сражайтесь. Не приглашайте. И не сражайтесь. И не надо говорить, я хочу это увидеть. И также не говорите, я не хочу это видеть. Обычно вы убегаете. Нормально, когда вот ревность приходит, вы убегаете. И когда вы с кем-то вот ревнивы, и, может, не хотите его видеть, не хотите быть рядом с ним. Вот с кем-то вы, с кем-то, на кого-то вы злитесь и не хотите быть рядом с ним. Хотите убежать от него. Это нормально. Это нормально во всем мире. Это у всех нормально так. Вот на кого вы злитесь, или кто-то злится на вас, или ревнует, или ненависть ненавидит вас, вы не хотите быть с ним. Потому что он злится на вас, а вы злитесь на него, ваш гнев тоже выходит. А если он сильнее, то вы... Если он слабее, вы на него кричите. Если он сильнее, значит, вы тихим становитесь. Если вы сильнее, вы его обижаете и побить его можете. Иногда и убить даже можете. Зависит от того, сколько у него силы. Если у вас силы больше, вы сильнее. Если его силы больше, то вы как бы успокаиваетесь. Но вы внутри кипите, но сказать не можете, показать это. И вот если вас отец обидел, и вы знаете, и он сильнее. Он сильнее, чем я. И если я скажу что-то, он может ударить меня. И из дома выбросить может. Все, что угодно может сделать. И вы это хорошо знаете. Не только отец. И с мужем. С женой такое может произойти. Если жена сильнее вас, вы тихий, помалкиваете. Если жена слабая, вы напрыгиваете на нее. Вы хорошо знаете. Где вы знаете, где вам стоит быть агрессивным, а где нет. Ваш ум знает это. Он знает, сколько гнева можно использовать. Он знает лимит этого гнева. Вот обычно это в парах происходит. Мужчина и женщина. Женщина. Женщина считает нормальным жаловаться. И делает злым мужчину таким образом. Все это отдает ему. И мужчина терпит каким-то образом какое-то время. И он думает, ничего не надо говорить. А она еще больше. И в какой-то момент он начинает кричать, заткнись.
Заткнись. И она успокаивается. И сейчас вот она знает, она дошла до лимита. И то же самое с мужчинами происходит. И с женщинами. Не только с женщинами. Иногда мужики тоже болтают рядом с женщинами. А и женщина орать начинает в какой-то момент. Кали пробуждается, Кали берет меч и говорит: я убью тебя, иди отсюда. А мужик трясется, видит: вот здесь я дошел до ручки, до конца, больше не надо. А он хорошо знает это. Как дети, как ребенок. Ребенок тоже кричит, делает это. Мама говорит: остановись, хватит, притормози, посиди. А он не понимает. И мама, неожиданно у нее округляются глаза. И ребенок понимает: вот все, теперь надо успокоиться. Иначе я скоро получу по попе. Что-то, да, получу ударчик. Вот у каждого внутри есть такой ребенок. Это как бы ребячество. Вот, вы чувствуете, сколько вот, насколько можно побеспокоить, насколько нельзя побеспокоить, насколько можно проникнуть в других, и насколько нельзя проникать. Вот без причины бывает такое проникновение. Ну вот в ашраме тоже это происходит. Женщины готовят на кухне, болтают. Вот они готовят нам обед. Случайно. И вдруг и мужчина приходит без причины и начинает давать им советы. Делай то, делай сё. Зачем ты пришел-то вообще? Ты пришел сюда на медитацию. Вот иди в Будда-холл. Наслаждайся. Или под деревом сядь. Зачем ты на кухню-то проник? И женщины ждут, может быть, все с ним все будет в порядке, может, он сейчас подуспокоится. Но когда он не успокаивается, одна женщина ему говорит: заткнись. А вот тут он понимает, ага, вот. И если он медитирующий, он понимает, в чем ошибка. Если он не медитирующий, он может тоже закипеть, еще говорить плохие вещи про этих женщин. Он не понимает, он не наблюдает за тем, что он делает, и не понимает, почему она закричала на него. Просто может начать жаловаться: ты почему ты кричишь-то? Я вообще хороший такой, ты замечательный, я тебе даже помогаю. Но если ты действительно по ним помогаешь, никто за тебя никогда не накричит. И они делают свою работу, просто не беспокой их, дай им делать свою работу. Они готовят, а ты идешь болтать туда. Ну, конечно, это их побеспокоит. Их внимание уходит, энергия уходит. Ну, вон, смотри, сколько деревьев. Сядь ты лучше под дерево. Наслаждайся самим собой. Ты же сюда для медитации пришел. На индийском что-то говорит. И кто-то вдруг, если накричал на тебя, вот, начинаешь жаловаться. Люди тут плохие. Они не уважают. И не разрешают. И ты жалуешься на них. Нет в этом никакой необходимости. Если ты не собираешься работать на кухне, приходи в Будда-холл, медитируй. Или сядь вон на ступеньки, смотри, как другие медитируют. Будь тихим. Вот под любое дерево сядь. Тут полно деревьев.
И можешь наслаждаться випассаной. You have fruit just to start up, hmm? Есть фрукты, покушай фруктов, fruit. Наслаждайся своими фруктами. Don't interrupt others. Не беспокой других. Don't disturb others. Не перебивай других. Otherwise, what will happen? Или в противном случае что произойдет? Ты будешь негативить с девочками и каким-то образом даже и с мастером негативным станешь. Скажешь, мастер не прав. Он скажет, что мастер это все сделал. Наблюдай за собой, смотри за собой. Кабира сказал. На хинди сказал. Если ты сказал кому-то, что он плохой, или пальцем показал, ты плохой. Посмотри. Ты сказал кому-то, что он плохой. И палец идет на него, но другие все пальцы показывают на тебя. Посмотри на себя, посмотри, кто ты. Четыре пальца на тебя показывают. Ты не понимаешь, что это. Если ты сказал, что кто-то очень плохой, нет любви в нем, только один палец только в него идет. У тебя нет любви, ты очень плохой. Но остальные 3-4 пальца, они все на тебя указывают. Эти 4 пальца, они как бы указывают на то, посмотри, кто ты вообще. В тебе-то есть любовь. И ты-то неплохой. И медитирующий, вот он смотрит на эти 4 пальца. На себя. Нормальные туда смотрят, куда один палец смотрит. А медитирующий всегда смотрит. Ты вот когда кому-то что-то говоришь, ты сначала посмотри. Вот Кабира сказал. И вот если вы смотрите, кто-то неправ, кто-то плохой. И вот вы начали смотреть. Вот сначала вы узнаете, что вы хуже, чем он. Потому что если вы смотрите, что кто-то в какие-то плохие вещи делает в неправильном месте, вы это уже, значит, имеете. Это в каждом есть. И медитирующий, он указывает на самого себя, смотрит, наблюдает за собой. Вот тогда вы медитирующий. И когда вы наблюдаете за собой, и вдруг вы понимаете, а я же тоже обидел там кого-то. Ну вот отец меня увидел, ничего особо страшного, но я же тоже обижал людей. И вот я вам говорю, все, что вы, вот, какую обиду сделали, это все ваша темнота. Если вы не хотите, чтобы вас кто-то обижал, первое сделайте, перестаньте других обижать. You want everybody love you. Вы хотите, чтобы вас все любили? First thing, первое, you love to everyone. Начните любить всех. Whatever you giving to existence, existence. Все, что вы даете в существование, все к вам возвращается. Окей. Папа обижал. Ну, часто папа обижает. Каждого ребенка. And this would going. Father abuse, mother abuse. И вот эти обиды, папа, мамина обида, других родственников, кто был посильнее и постарше, чем вы. Ну, не каждого, но это происходит. И это все вот идет внутрь. И излечить это можно только, если вы медитируете, наблюдаете. Это не только вас отец обидел. Это почти у всех. Почти у всех это происходит. И я вот про себя могу сказать. Даже не только про вас, еще и про себя. Я был 6-летним ребенком. 6 лет. Только родился. 6 месяцев. Только родился. И мой отец был самым злым на свете. Очень злым. Постоянно злый. И ночью. 8 вечера он закрыл магазин, пришел домой. И маме сказал, дай еды. Она пошла готовить.
And I was, а я был. He was sitting in one sofa, I was он сидел other. На одном диване, а я шестимесячный лежал на другом диване. I don't know. This, my mother... Я-то этого не знаю, это мне мама рассказала. Историю эту. I was crying this time. И я начал плакать. Ну, дети плачут. Иногда дети смеются, иногда молчаливо, иногда плачут. И вот я заплакал. А он сказал мне: заткнись. Шестилетний ребенок не может знать, что такое заткнись. И он начал орать на маму: посмотри на него. Мама сказала: да любовь ему дай, и он успокоится, я готовлю. Я не могу сейчас прийти. И тогда он еще два раза повторил: заткнись. Заткнись. Я был шестилетним ребенком. Как я мог понимать, что такое заткнись? А он закипел, его злость закипела. Он подскочил злобно. Взял мою ногу, поднял и бросил на диван. И я упал с дивана на пол. И мама прибежала и начала орать на него: ты можешь его убить таким образом. Ему 6 лет, ты его кидаешь на диван, и с дивана он отпрыгивает на пол. Я этого не знаю. Ну, когда я стал молодым, она мне рассказала эту историю. И иногда, когда он был злым, она говорила: да, это он еще не злится. Вот такая история была. Да, ты вообще мог погибнуть в тот момент. Конечно, мог. Или сломать себе мог руку или ногу. Потому что я от дивана отпрыгнул просто от пружины и упал на пол. Конечно, все что угодно могло случиться. Это злость. Это гнев. И когда кто-то в гневе, когда ваш муж злится, отец злится, мать злится, и даже вы плачете, а он все равно может вас бить и говорит: заткнись, сиди тихо, не плачь. И вы успокаиваетесь, потому что вы понимаете, иначе он продолжит бить просто. И это происходит повсюду. И эти воспоминания, все, что происходило, это все остается, идет вот неосознаваемое. Любой негатив. Он остается блоками в вашем теле, темнотой. И когда вы медитируете, все это всплывает, темнота всплывает, и вы ее наблюдаете. И наблюдая, вы становитесь свободны от нее, вычищаете. А хотите быть свободны? Вот какие картинки приходят, любые воспоминания, любые истории. Просто наблюдайте, не убегайте. Скажите: вот сейчас лучшее время для этого, как в кинотеатре, как в кино. Вы знаете, что это просто кино. И одни и те же картинки, вот они приходят. Как вас обижали, сколько вас обижали. И вот внезапно все эти воспоминания, как фильм, появляются. Это означает, что вот ваша неосознаваемая, ваша темнота чистится. Если вы наблюдаете в этот момент. Если не наблюдаете, вы можете вот быть заняты другими вещами, значит, вы потеряли эту возможность очистить и стать свободными от этих воспоминаний. Свободным от этого неосознаваемого. Если воспоминания приходят, любые вещи, когда вы медитируете, это пришло. Все, что зажато внутри, все это начинает выходить. Весь ваш злость, весь негатив. Когда вы с кем-то были злым, или кто-то с вами был зол, когда вы кого-то обидели, или кто-то вас обидел, это все приходит.
И самое главное правило, знайте, что все, что вы дали, все вернется. Тогда вы никогда не будете этого делать. Вы будете знать, если я кого-то обидел, значит обида вернется. Рано или поздно. И когда вы кого-то обидели, и вы думаете, о, я такой сильный. Ну, когда вас кто-то обидел, вы говорите, о, мироздание, что ты мне показываешь? Что это такое? О, этот мир очень злобный, жестокий. Нет, он не жестокий. И Вселенная не жестока. Все, что вы сделали, все вернется. Все, что вы дали облакам, все облака вернут вам. Если у вас есть обида, это карма. Окей. Да, вот у вас был такой отец, такого типа. Что делать? Может, у вас там из прошлого какая-то, из прошлых жизней тянется. Может, вы его обижали в прошлых жизнях. И теперь он вам вернул. Получай, получай, забирай. И теперь в балансе все. И вдруг это на самом деле в балансе оказалось. Вы даже не можете этого понять, что там было в прошлых жизнях. И вот иногда у кого-то женщина, такая жесткая, сложная жить с ней, тяжелый характер. Вот, или мужчина, сложно с ним жить. Такой тяжелый мужчина. И он проблемы создает, сложности. Сложности, да. А вполне возможно, раньше это вы ему проблемы создавали, и теперь это все возвращается. И вам необходимо принять. И когда это будет в балансе, тогда все успокоится. Позвольте ему говорить столько, сколько вот из него идет. Пусть он станет свободен от этого. Все, что вы дали, сделали, все придется получить обратно. Это карма. И мы не знаем, сколько у каждого кармы. Конечно, точно, с родителями очень много кармы. С родственниками много кармы. Потому что много времени прошло вместе. И вот вы вместе с ними, потому что вам нужно отплатить эту карму, вернуть. Все занимаются тем, что возвращают карму. И вот с тем, с кем у вас карма, каким-то образом вы еще встретитесь. С кем-то вы становитесь любовниками, друзьями, с кем-то на год, с кем-то на 3 года, с кем-то всего лишь на месяц, с кем-то на одну ночь. Одна ночь, и все, и освободился. Что-то сделал. Одна ночь. Отплатили друг другу. И разошлись. Но с кем у вас карма? В этой жизни вы будете с этим человеком. Каким-то образом, по каким-то причинам. Ну, у вас будет связь с этим человеком. И когда отплатите полностью, станете свободным. И, возможно, с отцом у вас какая-то карма. И вот, может быть, у вас отец, пара братьев, сестер. Может быть, 3 сестры. И отец с одним зол. А с другим, очень любящий. Так тоже бывает. И даже если все эти дочки, они все его. Но с одной он может быть очень любящим, а с другой очень злым. Даже видеть, может, не хочет одну. Вот такая вот карма. И вот так происходит. Вот. И карма чистится в медитации, когда вы медитируете. Любая медитация, какая вам нравится, ежедневно медитируйте любой техникой. Минимум 1 час медитация. Можете делать больше. 2 часа, 3 часа, 5 часов, 10 часов.
Сколько времени у вас есть и сколько желания есть? Но один час – это минимум. И тогда ваша жизнь будет меняться. Тогда ваша карма и темнота, неосознаваемая, будет вычищаться. И чем больше вы делаете медитации, чем вы более осознаны, тем более вы не будете создавать новую карму. Да, потому что вы будете понимать, если я делаю карму, мне придется отплатить ее потом, вернуть. И вы будете меньше создавать. А карма создается одним основным образом. Если вы берете у кого-то что-то, большая карма. Вот все пары заняты кармой. Все отношения заняты кармой. Делают карму, создают карму, она растет. И они как в пещере в этой карме сидят. О, нет любви никакой, нет свободы. Да ты же сам это все создал. И когда вы это начинаете понимать, приходит медитация, медитация дает вам это понимание. Ничего. Не нужно много. Не нужно много брать у людей. Берите поменьше. Столько, сколько вот вам нужно. Минимум. Ну, кажется, это очень хорошо. Мой муж. О, золотую цепь мне принес. Очень хорошо. Подарил мне платье. Мобильник. Не простой мобильник, а Apple. И он принес ей мобильник, она очень счастлива. Как он меня любит, как хорошо. Но она не знает, что ей придется отплатить потом. Ничего свободного тут нет, ничего бесплатного. Вам придется расплатиться за это. И то же самое для мужчин. Женщина что-то делает, создается карма. В каждой в карме. Никто не свободен. Ни один на свете. Все в этом колесе. Никто не снаружи. И в тот день, когда ваша карма закончится, все, аккаунт отплачен, баланс, вы становитесь шунья, джива. Вы просветливаете. Просветленный значит, нет больше кармы, значит, джива. Нет кармы, ум закончился. Иго. Иго, оно держится, эго держится только на карме. И медитирующий должен быть более осознан по поводу этого. Не делать побольше, не делать много кармы. И побыстрее отдавать все, что тебе сделали, чтобы быть свободным. В любом случае, вам придется каким-то образом расплатиться. Рано или поздно. Вам придется расплатиться. И лучшая расплата – это медитация. Когда ты медитируешь, твоя энергия растет, пространство становится больше, свет становится больше, и этот свет расчищает темноту. Расчищает темноту. Твою карму, твои обусловленности, все это вычищается. Просто расти свой свет. И медитация – это способ, каким образом растить этот свет. И когда энергия идет внутрь, она становится светом. И чем больше у тебя света, тем больше учащается темноты. Приходит свет, уходит темнота. Темнота не остается, когда есть свет. И в один день потихонечку вы останетесь светом полностью. Вы будете полны только света. И это означает просветленный. Просветленный – это значит, темноты не осталось больше. 100% темноты ушло. И вся эта темнота стала светом. Все неосознаваемое освободилось и стало сознанием.
Very simple. Очень просто. Nobody came like this. Ну, никто не может так сделать. This world, этот мир is like подобен one room, вот комнате, where is all the walls, где все стены, floor, пол и потолок, room, everything is black, все черное. And you born, when you born, и когда вы рождаетесь, многие рождаются тихими, очень чистыми. No any darkness, like white clothes. Никакой no темноты, spot, даже никакого пятнышка черного нет. Кабира, said, Кабира сказал, на хинди, он сказал, что он, я пришел очень белым существованием, но этот мир очень темный, черный. Но я жил очень осознанно. И когда я попал в эту комнату, если бы я дотронулся хоть до чего-то, вся одежда могла бы стать черной. Но я был очень осознан. Room, был в этой комнате, но не дотронулся. Я знаю, что вся эта комната черная. Touch, и если я хоть чуть-чуть прикоснусь, моя белизна закончится. Она будет с чернотой. И он сказал, что он очень благодарен существованию и благодарен самому себе. За то, что он был очень осознан, ни единого пятнышка. И когда сейчас я покидаю тело, я еще более светлый. Все правильно сделано. Это правильная работа, верно? В противном случае, вот если кто-то другой покидает тело, все на самом деле... Все становится просто черным, и даже не узнать, что он был когда-то белым. Тотально черным. Потому что он собирал черноту. Собирал темноту. Вы живете в неосознанности. Если вы живете осознанно, внимательно, то никакая темнота не придет. А если придет, очень быстро очистится. И вот мастер говорит такое. Живите осознанно. И если какая-либо грязь к вам придет, и тогда никакая грязь не придет, и никакая темнота не коснется вас. И это верный путь. И когда существование позовет вас обратно, оно вас не примет, если вы темный. Чего ты такой грязный пришел? И даже это с вами происходит. Сейчас вы здесь. Кто-то 3 дня, кто-то 10 дней, кто-то месяц. И постепенно вы становитесь, вычищаете все, становитесь белыми. А потом вы возвращаетесь, кто-то в Алмату, в Дели, в Москву. И потом 3, 4, 5, 6 месяцев вы там. Я только за одним наблюдаю. И когда вы возвращаетесь, вы более темным становитесь или остается свет? И большинство возвращается более темным. Очень редкий может это сохранить. Сколько света было, столько вы принесли обратно. И для того, чтобы сохранять этот свет, нужно быть очень внимательным, осознанным, любящим, благодарным, медитирующим. И для меня еще более сильная работа. Когда кто-то ко мне, как сказать, в коннекте со мной и куда-то отправляется.
чистым. И через 3 месяца возвращается. И я смотрю, о! И вся моя машина, вся моя энергия, вся моя стиральная машина занята тем, что я вычищаю вас. Потому что я хочу, чтобы вы вернулись обратно в то пространство, где вы были. То есть у меня еще двойная работа. С новенькими меньше работы, а вот со старыми больше работы. Сегодня тоже, вот я только пришел. Сел. Я хотел еще побольше в тишине посидеть, потому что здесь есть некоторые старички, но они в очень большой темноте. Прям не могут успокаиваться, не могут вот вернуться в пространство, потому что полны. У них есть, конечно, пространство, но они неосознанно к нему. И поэтому вся темнота засасывает это пространство. Вся темнота выходит. Двойная работа. И иногда я говорю этим людям, будьте в одиночестве, будьте подальше. Поделайте свои медитации вот там, подальше. Вы не можете себя... Вы всегда пачкаетесь и не оставляете себя чистыми, не сохраняете чистоту. Будьте грязными. Полностью. Будьте на 100% грязными. Ну, как будто бы вы прям в грязи повалялись. И тогда, может быть, вы узнаете, что на самом деле происходит. Что вам нужно делать. Это ваша ответственность. И вам нужно выучить это. Мастер не всегда с вами. Это не то, что мастер всегда с вами. И вам нужно выучить, понять, как быть чистыми, хорошими, без мастера. Мастер только учит этому. Он дает вам вкус белизны. О, вы говорите, о, белизна, это так прекрасно. Свет это прекрасно. Когда вы в свету, вы красивые, вы в радости. И этот вопрос есть у многих людей, часто. Они говорят, здесь нам так хорошо. А кто приходит ко мне каждый год? 1, 2, 3 года, раз. Они сейчас прекрасно знают, что когда их время придет обратно в Алматы возвращаться, в Москву, они начнут трястись. О, опять! Опять в этот мусор для меня опять налипнет. Я опять испачкаюсь, буду весь побеспокоен. Вы даже еще больше будете обеспокоены. Если не будете заботиться об этом. Если не будете медитировать. Так что не жалуйтесь мастеру. Что я вот там испачкался. Вы хотите быть испачканным, потому что вы неосознанны. Если вы не хотите чиститься, что делать-то? Если вы не хотите каждый день медитировать, ну что делать-то? А если вы не делаете каждый день медитацию, и вы плохой, ну что такого-то? Это нормально, да? Так и должно происходить. А если у вас есть вот этот вкус света, если вы его уже вкусили, и тогда, когда темнота приходит, вам еще больнее будет. Если вы уже полетали в облаках, и обратно надо на пол вернуться, на землю, это очень болезненно. Вы можете летать. И можете летать всегда, вечно. Просто будьте осознанны. Внимательно. Будьте осознанны. Сознание всегда летает, нет никаких проблем в этом. Куда угодно, в любую точку облаков, неба. А летать всегда хорошо. Если вы плохой, грустный,
It is you. Это ваше. It is your creation. Это ваше творение, вы сами это создали. Don't blame to existence. Не надо жаловаться существованию. Don't blame to master. И мастеру тоже, не надо это все рассказывать. Вы же сами это все сделали. You're not living right. Вы не делаете правильных вещей, не живете правильно. Master is что делать? You, how to live that. Мастер, он всего лишь учит вас, как жить правильно. Why you come to satsang? Почему вы приходите на сатсанг? Be with master and good. И вам хорошо с мастером? А без мастера плохо. Почему? Потому что, когда вы приходите к мастеру, мастер – это и есть осознанность, и ваша осознанность растет сразу же, и ваш свет вырастает мгновенно. А если вы уходите от мастера, и потом опять возвращаетесь? Если вы сохраняете этот свет, сколько бы у вас его не было сейчас, не обязательно делать больше этого света, но сохраните то, что вы унесли. И тогда, когда вы вернетесь, вы сделаете шаг дальше, шаг выше. И вернетесь опять сохраните это пространство. Опять вернетесь и еще шаг выше. И тогда вы будете чувствовать, что мастер у нас всегда подталкивает вверх, вы всегда идете. Вот со мной так было. Когда я был с мастером, с Ошо, 4 года постоянно я был с ним. Каждые 2-3 месяца я возвращался, ездил в Пуну на 5, на 7, на 10 дней. И вот там я чувствовал себя очень хорошо, я летал. Потом возвращался домой и сохранял. Сохранял это, делая каждый шаг. И через два месяца я все-таки не полностью был, не был тотально осознанным. У меня был бизнес, семья. И вот 2 месяца. И после 2 месяцев я чувствовал, вот сейчас пошло приземление, сейчас я начал приземляться. И сейчас мое пространство не такое уже стабильное, как раньше. Я сажусь в медитацию, вот, а ум гоняет и гоняет целый час, нет расслабления. Сижу в медитации, а мысли только про бизнес, про магазин. И я сам себе говорю, я хочу сидеть в тишине, почему в голове-то этот бизнес? Почему он там все бегает и бегает по кругу? Ну, хорошо, да, когда я в рабочее время, это нормально, но я часто хочу расслабиться, а мысли продолжают и продолжают о бизнесе. Я себя очень бедно чувствовал. Ум очень сильный. И потом я вернулся домой. Сначала узнал, какие там билеты на железнодорожные станции. Поехал домой, собрал вещи. Покушал ужин, как правило, ночные были поезда. Папа пришел, он покушал, я покушал. Я ничего не говорил пока. И когда он поел, я уже говорил тогда. Я поехал. Куда? Я поехал в Пуну. И? Пуну? Ты же не говорил раньше. Ты не можешь поехать. Я говорил, да нет, я поехал. А он говорил, нет, не можешь. А я говорю, да могу, вот билет. Через полчаса уже поезд. Все, я поехал. Он начинал кричать, а я брал вещи и уходил. Начиналась большая драма. А мама становилась жертвой этой драмы, и весь этот гнев папа выливал на нее.
А он говорил, вот сейчас обанкротится магазин, ты уйдешь, что с магазином-то делать? А сам Дарши говорил, так я же закончусь, если я не пойду. Папа беспокоился о магазине, но не беспокоился обо мне. И он говорил, что я буду делать с этими деньгами-то из магазина, если я несчастлив, если я не расслаблен, если я не, у меня нет тишины внутри. Что я буду с этими деньгами с твоими делать? И большая драма была, большой скандал. И вот скандал начинался, я вошел, дверь открывал и все, и уходил. А я знал заранее, что будет скандал и что он обижать меня будет. И через 6-7 дней, 8, сколько там, я наслаждался сатсангами, энергией, мастером. Сидел, слушал его и возвращался полной любви, радости. Я даже знал, что он злой, но я был полон любви. И он вдруг замолкал, он тоже становился тихий. Он много ничего не говорил. И он даже иногда говорил, спасибо, что ты вернулся. Иначе магазин... Потому что магазин был в моих руках, и бизнеса бы не стало. Вот каждый день я работал. И вообще три магазина полностью закончились в моей жизни. О, папа бил себя по голове. Я уходил на 3 дня и не возвращался полгода. Я говорил, да я на 3 дня всего лишь помедитировать в ретрит. А там я наслаждался и полгода не возвращался. Даже денег не было. Ну, каким-то образом все случалось. Еда была и место для медитации, и наслаждения. А если кто-то не возвращается в магазин 6 месяцев, то магазин заканчивается, банкротится. Я говорю, окей, обанкротился, да, обанкротился. Посмотрим, что существование. Я могу идти куда угодно, все существование это я. Я знаю, что вот один муравей здесь, он найдет себе еду. Вот птичка, она найдет себе еду. Да я тоже найду себе еду, потому что мое желание, желание истины. Но потом-то каким-то образом открывали новый магазин и говорили, сам Дарши говорил спасибо, хорошо, а потом через год-полтора опять вот все заканчивалось. И вот три раза так было. И папа сказал, что ты, как ты выживешь вообще в своем будущем? А я сказал, не беспокойся, со мной существование. Существование хочет, чтобы я ел, я буду есть, не хочет, я не буду есть. Что они хотят, чтобы у меня были хорошие вещи? Хорошо. Не хочет, то тоже хорошо. Но я не жаловался. Много раз происходило. Я ехал в ашрам, 2 года жил там, только медитировал. И у меня была еда, а иногда и не было еды. Иногда вот я сам себе готовил 2-3 чапати с солью, ни сабжи, ничего другого, только вот сухой хлеб и соль. И я ел эти 2 хлеба и говорил, достаточно. Но никаких жалоб, почему мироздание мне это прислало. Я был очень благодарен. Спасибо, что у меня есть время для медитации. Я могу наблюдать за дыханием. И с вами может такое случиться. Иногда у вас нет работы. И тогда вы видите, если вы действительно хотите медитировать, то еда появляется. И
Если вы не думаете, мне нужна машина, мне нужна девочка справа и слева, мне нужен мотоцикл. Тогда вам ничего не нужно, на самом деле, если вы так не думаете. Если вам нужна девочка, машина, если вам нужны деньги в карманах, вот идите, пожалуйста, в социум на рынок. В социуме вы просто там поработаете и заработаете деньги. Никаких жалоб на существование. Вот иногда мои, те, кто со мной, они говорят: вот ты ничего не делаешь, Бабаджи, а у тебя все есть. У тебя 6 машин. Мерседес. То-то, то все, столько машин. Даже я ничего не делаю с этими машинами-то. Я говорю: да я не хотел. У меня нет ни одного желания. Существование хочет, чтобы у меня была машина, пожалуйста. Существование хочет, чтобы я водил скутер, пожалуйста. Пешком ходил, ногами, пожалуйста. Нет жалоб, принятие. Потому что не хочу. Но если вы хотите, идите. Поработайте. Рынок, социум ждет вас, там полно денег. У вас есть хорошее тело, хороший мозг, ум. Используйте, пожалуйста, это все и заработайте денег, нет никаких проблем. Деньги вот так вот приходят. Вы просто ум используете и тело, и они приходят, если вам нужно. Я говорю: если вам нужно, если вам нужны деньги, идите туда. Не ждите, что вам кто-то даст. Не ждите от отца, от мамы, от сестры или от друзей. Даже если они дают, можете сказать: спасибо, я не хочу. Я не хочу делать карму. Я не хочу делать темноту. Никаких долгов. Потому что если вы от кого-то берете, вам нужно будет отдать. Вы от кого-то помощь приняли, вам придется отдать. Не делайте новой кармы. Существование дало вам ум и тело. Используйте. И если вы не хотите использовать, ничего не хотите делать, будьте в неделании. И тогда, если еда придет, будет хорошо. Если не придет, тоже будет хорошо. Спасибо, существование. Ты не хочешь, чтобы у меня была еда. Спасибо. Ты хочешь, чтобы я умер от голода. Хорошо, я иду на это. Если хочешь, чтобы я остался жив, я буду жив. Если хочешь, чтобы я умер, я умру. И тогда жалоб не будет. Нет желаний. Когда нет желаний, тогда вы приходите в неделание. И тогда о вас заботится существование. Что вам нужно, сколько, это все придет. И все очень совершенно. Когда заботится существование, все просто существует. Просто идеально. Когда не вы о себе заботитесь, а о существовании. Просто отпустите. Я в твоих руках. Я отдаю себя в твои руки. И я спрашиваю: вы отдаете себя в руки существования? А то вы говорите: да. И если вы отдаете себя в руки существования, вы одну вещь должны понять. Не жаловаться. И вот как ваша жизнь идет, все полностью на 100% согласии. Все на 100% верно. Вот иногда в Индии бывает. Вот иногда просветленный. Мы их зовем вот таким словом. Парамханс. Оно означает: внутри только свет.
полон свет и только свет. Иногда вы можете видеть на дороге или в домике лежит попрошайка, просто лежит. И вы не знаете, может быть, он браман. Это означает, что он даже глаза не хочет открыть. У него нет ума для того, чтобы открыть глаза или пошевелить пальцем. Он просто полон света, свет и света. И кто-то приходит иногда, трясет его, говорит, вот я тебе еды принес. Он открывает глаза, ест ее и попадает в самадхи. В свет. Когда вы в свету, нет ума и нет никаких желаний. А если есть желания, идите побыстрее исполните их и отбросьте. Отбросьте эти все вещи в ума, вычистите желания. В противном случае вы просто время теряете. Времени очень мало сейчас, оно очень быстрое. Побыстрее делайте, если у вас есть какие-то желания, будьте в них тотальны, чтобы их полностью все исполнить и вычистить. И тогда, возможно, когда вы вычистите свои желания, вы скажете, вот теперь я возвращаюсь к самому себе автоматически.